Забираем будет запас. Я понял. Оставайся на месте. С собой есть? Нет ничего в телефоне. А? Нет ничего. Ни оружия, ни оружия. Нет ничего. Ну, я являюсь адвокатом. Что, удостоверение взять тогда с этого? С куртки? Все возьмем. Ну, все хорошо. Право предусмотрено, кстати. Нет. 51 Конституция, это что никто не обязан судить против своего себя. Я пришел в гости. Захотел со мной заключить соглашение о оказании юридических услуг, поскольку в отношении возбуждено уголовного дела. До этого я ей пояснил то, что буду осуществлять защиту интересов, и мне необходимо денежные средства для урегулирования ее вопроса. У меня была составлена расписка на получение данных денежных средств. Был передан конверт. В содержимом конверте на внешние денежные средства пояснил, что данная сумма 200 000 рублей.